мастер-классами по национальным танцам, кухне и декоративно-прикладному творчеству отметил сегодня свое 5-дефислетие Дом дружбы народов Республики Коми. С 12 часов гостям предоставили возможность посетить этномастерские, где представители национально-культурных объединений республики делились секретами изготовления поделок и блюд. На этно-Арбате все желающие могли сфотографироваться с представителями разных национальностей в народных костюмах. Украшали праздник выступления творческих коллективов. Некоторые из них предлагали зрителям поучаствовать в выступлении и попробовать самостоятельно исполнить национальные танцы. В перерывах между номерами для зрителей проходила призовая викторина с вопросами о национально-культурных автономиях, землячестве и о коми-культуре. Для детей в конференц-зале была подготовлена мультплощадка. Там дети смотрели разнообразные мультфильмы по мотивам сказок и легенд народов России. Впрочем, площадка привлекала не только детей, но и взрослых. В малом зале все желающие могли поучаствовать в культурно-просветительской программе народного артиста Республики Коми Петра Шучалина «Как на Коми-землю музыка пришла» и сыграть на коми-народных музыкальных инструментах в самом настоящем оркестре. В большом зале проходили мастер-классы от представителей национально-культурных объединений Республики Коми. Здесь танцевали, создавали своими руками поделки, а также учили лепить шанги-лодочки. Вечером национально-культурные автономии собрались на «Вечере дружбы», гостей пришло больше, чем предполагалось изначально. Пришлось приносить запасные стулья, чтобы уместить всех. В ходе мероприятия состоялось вручение благодарственных писем людям и организациям, которые оказывали поддержку Дому дружбы народов. ДДН с днем рождения своими выступлениями поздравили Артемий Барсуков и Антонина Игнатенкова, Ксения Дементьева, Народный хор, Куполинка и многие другие.